Держу курс на восток. Покхара уже 50 километров позади осталось. Погода еще есть. Иду в точку ночевки. Это примерно еще 10-15 километров. Погода хорошая, база 3500. Поэтому летим. Нормально. Отлично мочканул, 110 километров, почти до Катманду долетел, все, погода кончается, 5,5 часов полет, здесь буду ночевать, завтра посмотрю, откуда ветер будет дуть, посмотрю, где старт, но теоретически вроде стартануть можно. Привет. Ну что, долетел я до Катманду, сел выше в больших горах, вот, чтобы продолжить дальше путь на восток. Вот такой шикарный лендинг выбрал, приземлялся вот туда. Ветер дует у нас сейчас с запада, юго-запад, всю дорогу был попутный. Вот, поэтому, ну, ротора тут нету, просто усиление ветра, нормально. Завтра солнце у нас встает на востоке. Буду надеяться, что ветер будет с этой стороны, там шикарный вниз старт. Вот, если ветер не поменяется и будет отсюда дуть, пойду выше, там я тоже присмотрел площадку, которая без деревьев, на западную, юго-западную экспозицию. Вот, а так в принципе хорошо, высота 2300, полет сегодня 5,5 часов, 110 километров от Покхары до Катманду я преодолел. Вот, пару мест было в самом начале сложное, потом немного с маршрута отошел в сторону, было сложно выбраться. Ну а дальше поднялся в большие горы и по краю облачности шел, даже впереди. Облака сегодня сильно не выходили, переразвитие, которое было, оно все осталось
в больших горах, то есть за массивом Анапурна, и сюда особо ничего не вышло. По прогнозу завтра еще один хороший день. Вот, если я успею удрать на восток подальше, то там еще один день теоретически может быть, потому что что-то погода портится здесь везде. То есть по прогнозу и в Катманду здесь в районе, и в районе Покхары погоды летной не будет. Дожди, грозы обещают. Вот, так что, ну, пока хорошая погода. Ветер местами был до 20 км в час. Ну а так терпимо. Выше 2500 приемлемый ветер был, 12-10. Вот, лететь было комфортней. Вот, погода бодренькая, хорошо. У меня здесь прекрасные соседи. Это мама и ее маленькие друзья. Вот, они мне сегодня составят компанию ночью, да? Красавцы. А, красавцы. Будем сегодня отпугивать зверюшек, которые придут, да? Ай, красавцы маленькие. Хорошие. Ну, иди сюда. Мама пугливая почему-то, но с колокольчиком. Ладно, у меня есть с собой печенюшки, так что я угощу малышей вкусняшками. Вот, что еще? Людей, как видите, нету. То есть я привык, что в Непале куда не приземлишься, везде сразу много приходит встречающих. Но я сел повыше, чтобы было поспокойней. То есть сначала думал над населенными пунктами сесть, но погода работала еще. Я поднабрал повыше и перешел на следующий хребет и затоплендился наверху. Вот здесь прекрасно. Здесь три места старта, в принципе, этот, потом немного севернее и немного южнее наверху. Вот, так что выбор есть, куда стартовать. Завтра будем смотреть по погоде. Вот, а пока пойду готовить, кушать. Я вот разместился внизу. Очень хорошо, от ветра защищает. Ветер сейчас дует как раз из-за горки. Вот, так что отлично. Полет сегодня был прекрасен. Пролетал мимо красивых скальников. Вот, разломы очень интересные были, я поснимал. Были разломы в скальной породе. Прям проваленные такие очень большие каньоны, красотища. Вот, так что место не очень дикое. Связь даже есть тут, так что сейчас смогу отписаться в интернет кратко о своем полете. Так что, ну и почитаю, чего люди пишут, потому что сегодня погода была очень красивая, был открыт массив Анапурна где-то часа два, наверное, потом опять облаками затянуло. Я думаю, фотографии сегодня у многих получились превосходные, потому что редко бывает, когда здесь безоблачная погода. Но бывает. Так что такие пока новости. Пойду кушать. Я вот переобулся в шлепки уже, чтобы было комфортней. Ноги, чтобы немного передохнули. Вот. Так что эта дорога вниз к населенным пунктам спускается. Так что если не получится здесь стартануть, я смогу воспользоваться транспортом или прогуляться на ту сторону. Там тоже чеки, с которых можно стартовать. Такие новости. Красота. Буду спать сегодня на свежем воздухе, в тишине, без шума автомобилей. Готовим ужин. Сегодня гречка с курицей сублимированная. Отличная еда в походе. Я ее в Индии распробовал. Понравилось. С собой немного орешков, печеньки с чаем.
чай Липтон. Купил наконец-то себе зеленый спальник. Так что и немного потеплее, чем был у меня. Так что сегодня его проверим, как он будет греть. Такие дела. С собой карты есть. Я сегодня план перевыполнил. Даже не думал, что улечу так далеко. В общем, один лист уже можно уничтожать. Я его пролетел. И второй тоже практически пролетел. Катманду. Я проделал почти где-то здесь я заземлился. 110 километров пролетел. Отличный был полет. Просто прекраснейший. Так что теперь буду надеяться, что завтра погода не подведет. Я смогу выполнить свой план до конца. Ну что, на небе вот такая вот вещь. Ну, мне кажется, это и лучше. Термики будут более спокойные. Не так будет дергать. Время уже 10:30. Долина начинает работать. Потихоньку. Сижу, считаю, цикличность термиков уже довольно часто начинает приходить. Так что, думаю, еще полчасика подождем и можно стартовать будет. Ветер на самом деле по верхам дует, как вчера, юго-запад. Так что подымусь повыше, если так и есть, значит, лететься будет легче. Ну вот. Пока сидим, загораем. Солнышко печет. Погода практически безветренная здесь. Что-то или это так внизу кажется. То есть ветра вообще нет, только термичка подходит. И все. Ну посмотрим. Выберемся наверх, будет видно уже, что там. Мне нужно перевалить за хребет, который находится вот здесь, вот этот. Но ветер с той стороны, поэтому я пойду в ту сторону, планирую на эту стенку и по ней вылезти уже там ребро большого массива, по которому, в принципе, можно дальше двигаться. Такие планы. Красиво. Вид отличный на снежник. Скоро мы в полет. Вот такое безобразие. Повесил свой купол на дерево. Сейчас буду снимать, дальше думать, что делать. Погода вовсю раскочегаривается. Поэтому либо лететь, либо не лететь. Решу. Когда соберусь, расправлю купол.
Доброе утро. Вчера 3 часа шел в гору. Сил больше не было, мне нужно туда уже было идти. Заночевал здесь. Вот, вчера получился 2-й день, неудачный полет. Я стартанул вот из-за этой лесистой горки с отличного места на восток. Но при попытке обработать поток с левого склона, он уже довольно был нагрет хорошо, получил мощную фронталку и загнездился на дереве. 2 часа снимал параплан, потом еще 3 часа топал, пока не стемнело. И здесь вот в лесочке заночевал. Погода, рано вчера стартанул на самом деле. Погода позже очень сильная началась. Облака развивались. Ну, вроде сегодня тоже неплохая погода. Небо чистое. Сегодня пойду стартовать на другой старт. То есть мне пройти еще примерно 1,5, может 2 километра по гребню этой вершины. И с той стороны на юго-западную составляющую, юго-запад, там восток, там довольно широкая площадка, я ее давно присматривал, вот, просто в этот раз думал, отсюда получится, но какое-то ущелье оказалось недружелюбное, поэтому лучше потрачу время, протопаю побольше, потом гарантированно стартану. Плюс с той стороны уже будет видно долину Катманду, вот, и полечу более нижними хребтами. А там уже по ситуации, если база будет высокая, поднимусь повыше в горы. Вот пока так. Весь промок, сегодня сушусь. Спотел вчера. Местами карабкался по отвесным вообще скалам, на коленях полз. 5 или 4 водопада прошел. Единственный бонус, что воду можно было набрать с них чистейшую. А так, конечно, отвратительно. Тропинки периодически пропадали, приходилось карабкаться по лесу вверх. Сильно выматывает. Но ничего. Приключение должно быть приключением. Так что пока такие новости. Сейчас буду завтракать, сушить вещи, сворачиваться и пойду на площадку стартовую. Там уже на связи будем. Всем привет. Ну что, 2 часа ходьбы, уже более-менее по нормальной тропинке. Я дошел до места старта, вот туда чуть ниже спущусь и буду стартовать. Жду погоду, облака уже начинают потихоньку, там вдалеке вообще переразвитие уже идет. Сегодня дождусь, чтобы погода уже сильная началась, чтобы уже не провалиться. Птички подкручивают потихоньку. Вот, нашел ручей, набрал воды, обезвоживание организма идет, надо пить много. Вот, сейчас чуть передохну, пойду схожу еще одну бутылку наберу и продезинфицирую воду, потому что здесь, к сожалению, не ручей течет, а такая заводь. Ручей, видимо, пересох, но вода прозрачная. Видно, что там подпитывает немножко. Так что пока такие новости. Самочувствие более-менее. Сейчас отдохну. Ноги болят, спина болит. С непривычки столько ходить, конечно, по пересеченной местности. Чересчур. Ну и ничего, взлетим, будет легче. Сидя, так сказать, несложно. Пока такие новости. До встречи в воздухе. For what? Gotta go and reach for the top. Believe in energy.
2000 метров! Everybody's got a choice to make. Everybody needs a leap of faith. When are you taking yours? What are you waiting for? Всем привет! Ну что, вроде соточку или 90, что-то я не успел посмотреть, но в общем очканул нормально. Заземлился здесь, высота я 2800, по-моему. Очень в попыхах быстро все складывал, потому что гроза что-то очень активно начала сюда высовывать. Я боюсь, что она может палить. Вот так вот безобидное облачко. Всю дорогу за мной росло, росло сбоку где-то. А потом бабах, и быстренько превратилось в грозовое. Поэтому если даже грянет гром и дождь, я уже все упаковал. Будет комфортно и не страшно. Ну что, это одна из конечных остановок запланированных. Аэропорт Джири, он внизу находится в долине, которую я очень с трудом в термодинамике еле вылезал и перевалил сюда. Вот. Основная задача — это ворота Эвереста. Там аэропорт Кулу. Вот. Мне не так далеко осталось до них долететь. Ну, по погоде все. Если там будет все плохо, то у меня есть, не долетая Кулу, где-то 30 километров, запланирован еще одна посадка рядом с аэропортом. Не помню, как он называется, честно. Вот, но там летают регулярно рейсы в Катманду, чтобы мне вернуться, как говорится, к самолету и в Россию. Вот. Полет сегодня был, не скажу, что очень сложный, но некоторые моменты прошляпил. Долины очень огромные. 10-12 километров каждая. Таких больших переходов я вообще еще в своей жизни не делал. То есть у таких долин я перемахнул, наверное, штук 6 или 7. Они все были довольно глубокие. То есть высота хребтов где-то около 2800. Вот, а днище там, по-моему, наверное, метров 600. Может еще и меньше, может 300. В общем, довольно глубокие они. Поэтому на переходах садило бесщадно там, пока не доходило до следующего отрога. Садило минус 2, минус 3. Но терпимо. Зато сегодня база какая шоколадная. 4100 метров удалось набрать. Благодаря этому спокойно перемахнул две долины на глайде. Бонус. Вот, так что хорошо. Слева все время угрожающе смотрела гроза, но она там так и осталась. На крупных горах сюда не выходило, поэтому мне особо опасаться нечего было. Я только периодически пользовался облаками по самому краю, когда необходимо было. Ну а так в основном полет термички было достаточно, и полет проходил штатно. Вот такие дела. Неожиданно после вчерашнего неудачного дня и трекинга суммарно, наверное, около 5 часов с рюкзаком 25 килограмм. Это был ад. Вечером меня знобило, холодно было, а еда вообще ни в какое не лезла. Воды чуть-чуть попил, хотя попробовал чай выпить, что-то меня вытошнило сразу. В общем, решил водой отпаиваться и спать. Только сон поможет восстановиться. Такие дела. Буду ужинать. Позвоню сейчас ребятам. Сообщу новости. Отлично. Тихо. Штиль. Тишина.
водопад шумит. Красота. Буду спать сегодня без задних ног. Ну все, до связи, всем пока. Готовлю ужин. Там вон снежок нападал немножко. Гроза, слава богу, свернула в большие горы, но немножко присыпала. Здесь он снежок, я уже его стряс весь. Немножко посыпала. Доброе утро. Ну что ж, фронт меня догнал. Наверху все затянуто. Так что сейчас завтракаем и идем к цивилизации искать таксишку, отельчик, приводить себя в порядок и ехать в Катманду. Там я встречусь с ребятами, с которыми мы потом вместе все летим в Москву. Ну что ж, неплохо пролетел для первого раза. Очень красивый был полет. Второй именно. 94 километра эти. Через очень красивейшие широченные долины и ущелья. На следующий год постараюсь вернуться и долететь до намеченной точки, которую в этом году не получилось взять. Ну, на самом деле, 3 дня погоды, я думаю, достаточно для того, чтобы преодолеть эту дистанцию. Вот. Но, к сожалению, второй день у меня вылетел из полетов, хотя был сильный, хороший. Вот, я думаю, я бы смог долететь, но ничего страшного. На следующий год будет повод вернуться в Непал. Ну как вам видосик? Вот оттуда я прилетел вчера. Там внизу широкая речка течет и хайвей, который соединяет Катманду и китайскую границу. Сейчас нужно мне спуститься. Там впереди по хребту есть дорога, которая как раз вниз спускается. И самое главное, там есть 2 отеля прямо внизу, где я смогу привести себя в порядок, чтобы помыться, стать человеком, побриться, от угорода. А вот еще одно. Караул, да? У меня гроздей тебе ничего. Природа. Мусор, кстати, в Непале редко видел. Валяющийся вот так. Особенно в горах, где вроде есть пешие тропинки. Все равно все чистенько. Встреча. Селфи, да. Селфи, да.